Саут-Таймс содержит всю необходимую информацию о шамане, об их навыках, способностях и бонусах, а также о доступном снаряжении. Улучшение этого стана увеличивает количество опыта, который получает выбранный шаман. Так их еще несколько. Бонус к опыту шамана. Опыт героя, опыт шамана, могущество опыта большого враги. Дворец 12-го нужен. А у нас создать 25 трибушетов. Тут сам человек и не нужен совсем. Нужен только его палец и золото. Золото. 500 золотых, 129 рублей. 30 000 золотых. 6300 рублей. Без одного рубля. 6300. Обалдеть. Десяки набор. Заходите в банк каждый день и получайте награду. Награда это. Бонус при покупке. Покупайте золото на 6000 и вам еще 10% сверху. Досыпают. А, нет. Вы можете забрать его награду. Забраем эти деньги. Или не забирать. 145 денежек животных. И какая-то хрень. Шашка мономаха. И бутылочка. Сила шамана. Обновление ритмов сна. Создание. Золото. Это хорошо. Можно зайти. Следующая награда через 4,5 часа. Вот. В каждой игре такое. Но все равно подбавлено. Расчехвостить наш. Как?
И это награда будет. Здесь можно обновить. Можно дождать. Он торопится, ты некуда. Сейчас обратно пойду. А здесь все процессы. 3 минуты. 1 час 30 минут. Обучение войск. 3 минуты еще продлится. Поэтому денежку вынесли. Да. Было 700 долларов. Теперь 801. Только возьмите эту штучку. Обычный заказ. Производится добыча ресурса. Золотые дырки.
Сейчас обратно стена обеспечивает дополнительную защиту вашего города, а укрепленная стена увеличивает обороноспособность и повышает шансы успешно отразить нападение вражеских ядер. Блажен, кто верует. Содержит всю необходимую информацию о гербе, включая его статистику и доступное снаряжение. Улучшение этого же здания включает бонус к опыту героя. Можно выбрать. Применив нет, смена внешности героя.
Вы измените внешний вид вашего героя, кто бы мог подумать. Не знаю, кого
Пошли в поход.
учите своих воинов новым боевым тактическим приемам, и они станут сражаться намного лучше. Лучше не навыка существенно увеличит урон всех ваших войск. Ваши стороны и так трудятся в пути лица. Награю вас на переводку. Лучшение навыка производства дерева позволит существенно увеличить объем производства этого ресурса. Дерево производит это требует улучшения навыка. Скорость обучения полная. Урон войск третьей дивизии. Урон пехоты, урон производства серебра, урон кавалерии, урон убийц, спор ресурсов. Опыт множества победоносных походов учит ваших воинов выбрать ресурсы быстро и эффективно. Течение этого навыка позволит заметно ускорить процесс сбора ресурсных локаций. Производство еды. Урон убийц. Урон кавалерии, урон осадных войск, урон шпионов, второе войск, защита войск, второе войск. Походная кухня скупна. Дайте воину достаточно мяса и вина, и это поднимет его дух. Избавив от мёд полезности. Изучение этого наука позволит увеличиться по здоровью всех ваших жизней. Защита войск. Мистическое искусство, движение вперед, и крепкие доспехи способны спасти немало викингов. Гарнили яростные яростные. Улучшение данного навыка улучшит защиту всех ваших войск. Здоровье войск. Четвойск, урон пехоты, два. Здоровье кавалерии.
стремлюсь к системе, там все духа позволяет ваш воинам быть гораздо крепче, существенно увеличит уровень здоровья наших фасадных войск. Один процент. А так 50%. Наверное. Ну что? Емкость опять происходит. Количество перемещаемых воинов. Трудности обучения воинов. Обычный золото. Урон войск в штурм. Количество воинов в штурм. Скорость включения. Скорость похода второго вражеских войск, он войск, количество обучаемых воинов, готовность обучаемых воинов. Второй лучший воинов, он вражеских войск. Уменьшает показатель атаки вражеских войск. Так вот сложно все. Захватчики. Восстановление энергии героя. Расход энергии. Увеличение урона героя. Увеличение энергии героя. Сильная атака. Десятый уровень восстановления магии и расхода энергии. Что-то.
лазарете можно сделать раненых при обороне города, а также вскрытие тех, кто был убит вне городской. Улучшение лазарета увеличивает количество мест для больных, нуждающихся в лечении. Thank you.
Здесь отображаются активные военные проекты, процессы строительства, изучения знаний, учения исцеления воинов и другое. Можете следить за временем их выполнения, а также ускорить с помощью предметов из ускорения магазина предметов. Используйте цифровые клавиши. 1, 2, 3, 4, чтобы открыть соответствующую вкладку. И клавишу пробел перехода в следующий.
Организовали культ-поход в Серебряный прииск. Банда и все. Военный блок открывает возможность создавать штурм совместной атаки соклановцев и принимать в них участие. Улучшение здания увеличивает максимальное число воинов в штурме. Число воинов в штурме 12500. Серебряного риска. А нет, алтарь. Серебряный алтарь обычно хорошо укреплен. Защищен. Ведь богатство порой способно уничтожить. Это большие. Больше, чем военная сила. Вот так вот. Богатство решает больше, чем военная сила. Богатство не защищено. Создайте 53 души. Скоро шпионов. Лучше дворец, лучше ферму, лесопилку, каменоломню, построить домик, изучить стоимость починенных домов, учить стоимость для чего-нибудь лишнего. Очень в садниках, очень в кожном дерево.
включишь или в обратную трубку. Военный шпионаж, обучение. Захватчики, герои, войска, шаманы. Скорость создания вещей. Урон войска с героем. Защита войска с героем. Здоровье войска с героем. Вывод героя. Урон пехоты с героем. Урон кавалерии. Урон стрелков. Защита пехоты. Защита коней. Защита стрелков. Урон убийцы с героем. У нас одноход с героем, защита убийц с героем, урон шпионов с героем, защита осадных войск с героем, защита шпионов с героем, урон войск крепостей, урон войск зеркальной крепостей. Защита войск при захвате власти. Защита при обороне. Второй войск при захвате при обороне. Приход тут герой. Второй на канале. Ужас. Обучение. Знание этого лидера ускорит обучение. Уменьшает стоимость обучения, также улучшает характеристики войск. Захватчики. Знание этого лидера повышает боевые показатели ваших героев в борьбе с захватчиками. Убер захватчиками, монстрами, Тунхеем. Знание этого группа улучшает характеристики героев и войск под его руководительством. Знание этого группа улучшает характеристики героев. Знание этого группа улучшает характеристики шамана. Открытие духов. Становление силы шамана, скорость шамана, скорость шамана, сильная атака. Урон шамана. Что там написано? Прежде чем узнать духа, шаман должен тщательно изучить его. Определить сильные и слабые стороны. Улучшение этого знания и увеличение. Урон, который изгнание ваша на наш дух. Герой.
солнце. Обучение нейронцев весьма затратно, однако великим явам открылось знание лучшего и наши существенные затраты на обучение шансных сотрудников. Есть экономические знания. Мы заканчиваем наш рассказ. Всем большой привет. Заходите, если что. Ваше время в тот раз захочет, атакуйте их и получайте заслуженную награду. Лайкайте нас всячески. Облайкайте. Комментируйте. И заходите, если что. Всем привет. До новых встреч.